Как улучшить отношения через хроники Акаши? И какую роль играют отношения в духовном развитии человека? Ну, сначала мне бы хотелось поговорить о том, что такое подразумевается под словом «гармоничные отношения». Да, потому что мы все стремимся создать гармоничные отношения. Так вот, гармоничные – это вовсе не обязательно там какие-то замечательные, любящие. Гармоничные отношения – это то, что способствует нашему духовному развитию. И иногда мы развиваемся благодаря отношениям, а иногда мы развиваемся вопреки отношениям. Особенно это часто проявляется через семьи. Да, кто-то рождается в семью, где родители поддерживают. Да, ведь отношения – это очень в широком смысле слова мы говорим. Не обязательно отношения с партнером. Это могут быть отношения с родителями, и с детьми, и с кем угодно. С теми же партнерами по бизнесу, с соседями. В общем, со всеми, кто вас окружает. Даже с вашими животными – это тоже отношения. Так вот, иногда люди становятся духовными, потому что у них такая семья, да, и они не могут быть другими, потому что их так воспитывают, с ними уже разговаривают о таких вещах с детства, о том, что есть душа, о том, что есть энергия, о том, что мы гораздо больше, чем нам кажется, чем это физическое тело. Очень много случаев, когда мы развиваемся духовно вопреки той семье, потому что семья, она очень четко выступает как какой-то якорь, и мы понимаем, что нам нужно отсюда вырваться. И она вот нас выталкивает, как пробку из бутылки, и тогда мы несемся вперед. Поэтому на самом деле даже такие отношения в семье тоже гармоничны, потому что они нас вытолкнули. Просто каждый раз мы выбираем, какая нам нужна обстановка для того, чтобы мы могли развиваться. И еще очень важно понимать, что отношения, они не обязательно должны быть на всю жизнь. Ведь кто-то приходит к нам действительно, чтобы остаться с нами на всю жизнь, а кто-то приходит для того, чтобы побыть с нами там год, полгода, иногда 5 лет. А потом они сделали свою роль, сыграли в нашей жизни, да, они нас продвинули куда-то, мы что-то научились, и потом они уходят. И это вовсе не значит, что нужно сожалеть, что нужно говорить, что у нас ничего не получилось. Нужно просто поблагодарить и отпустить, и идти дальше. Потому что именно так отношения помогают в нашем развитии. Мы всегда привлекаем к себе тех людей, которые нам помогают сделать следующий шаг в нашем развитии. Просто иногда мы это понимаем, а иногда мы это не понимаем. Если говорить об отношениях в паре, да, как их улучшить, тут очень важно понимать следующее, что мы не можем поменять другого человека. Это глупо, и это бесполезная трата времени пытаться кого-то изменить, потому что человек, он такой, какой он есть. То, как он ведет себя в физическом плане, как он себя проявляет, это все обуславливается теми энергиями, из которых он сделан на уровне души. Поэтому через хроники Акаши мы можем узнать, из каких именно энергий он сделан. И тогда нам будет понятно, почему он ведет себя именно так. Ну, я вам могу опять-таки привести пример. У меня у мамы были, ее же сейчас здесь нет с нами, но она, у нее были энергии самовыражения. Самовыражение, коммуникации, да, название энергии говорит сами за себя. Это были ее доминирующие энергии, поэтому для нее очень важно было общение с другими. Вообще ей постоянно нужны были люди. Она не могла быть совершенно одна. У меня энергии абсолютно другие. Я человек самодостаточный. Я могу находиться сам в своей какой-то обстановке, в своей атмосфере. Мне не нужно выходить к людям постоянно. Я себя прекрасно чувствую. И поэтому нам было достаточно тяжело вместе. Потому что когда она приезжала ко мне, ей постоянно нужно было со мной разговаривать. А мне всегда этого было много. Она даже когда подходила ко мне, она вот прямо рядом совсем со мной становилась. И мне казалось, что она внедряется в мое пространство. Но ведь я же могу прекрасно говорить, когда ты немножко отойдешь подальше. Да, а ей это было не понять. Ей надо было вот прям практически обнимать меня. И опять-таки, это неплохо, не хорошо. Это просто говорит о том, что мы все разные и по-разному себя проявляем. И когда через хроники я поняла, почему она так себя ведет, когда я узнала об ее энергиях, когда я узнала также о ее группе происхождения, это
отдельная совершенно тема, но вкратце я скажу, что группа происхождения – это под группой происхождения мы подразумеваем ту планету, на которую душа решила инкарнировать в самый первый раз. Выбирает она свою планету не случайно, а по принципу энергетической схожести. Поэтому эта планета нам тоже может многое о нас рассказать. И вот когда я всю эту информацию то о человеке собираешь, и ты понимаешь, почему человек ведет себя так, как он себя ведет, конечно, это не изменит человека, но это меняет наши отношения. Потому что, когда я все это поняла, я начала принимать свою маму. И не пыталась ей сказать «отойди». Я понимала, что для нее это естественное. Или, может быть, я все равно ей говорила, но я говорила уже помягче. Я ей говорила: «Мамочка, пожалуйста, давай вот на полметра. Мне нужно тебя лучше видеть», да? Или что-нибудь в этом роде. И это очень здорово влияет на наши отношения, просто чисто понимание, почему мой партнер или там мой родитель или мой ребенок такой. Кстати, о детях. Дети ведь тоже самостоятельные души. Нам кажется, что они маленькие, да, и мы все за них можем решать. Но на самом деле они могут быть гораздо более древними душами, чем мы, и иметь гораздо больше опыта. Поэтому уважать в них эту душу важно с самого детства и пытаться создать все условия для того, чтобы они себя реализовали. Это вот как бы важный такой аспект, как улучшать отношения, принимать, да. А иногда мы решаем, что когда мы узнаем о человеке, из каких он энергий сделан, и мы понимаем, что его все равно бесполезно менять, и мы можем решить, что нет, я его таким не буду принимать. И тогда чего мучиться, тогда можно спокойно расстаться. Чем... Да, это нам вся эта информация из хроник, она нам не говорит конкретно, делай то или делай другое, но она нам дает понимание, почему происходит так, как оно происходит. И уже основываясь на этом понимании, мы можем принимать решения, те, которые именно нам будут помогать. То есть это будет более ясное решение, потому что нам дается более глубинный взгляд, что ли, взгляд с высоты души. Также в отношениях очень часто встречаются блоки. Мы уже говорили с вами в прошлый раз, да, что есть контракты. Они очень часто мешают, они связывают нас, и мы считаем, что мы обязаны быть с этим человеком, хотя на самом деле этот человек все уже для нас сделал. Это не только один из видов блоков. Блоки бывают другие. Бывают, предположим, и разные импланты, и сущности, и всякие связки энергетические, которые нам мешаются. Я вам могу рассказать один пример о том, как это влияет. Однажды ко мне пришел мужчина, ну, наверное, лет 40, и обычно, когда я готовлюсь к консультации, я сначала смотрю хроники этого человека, и потом, когда мы встречаемся, ну, в редких случаях я встречаюсь очно, обычно это все происходит через интернет. Когда мы встречаемся, я уже рассказываю человеку о том, что я обнаружила. И вот интересно то, что у этого мужчины была программа в его сердечной чакре, и эта программа несла энергию потери. И вот те его прошлые жизни, которые мне показали, там тоже все время у него что-то терялось. То у него там жена умирала при родах, то там у него еще что-то. Вот все время его женщины почему-то, он их терял. И когда мы с ним встретились, я даже пошутила. Я сказала: что у вас там такое с женщинами происходит? Вы все время их теряете. А он посмотрел на меня и сказал: вы знаете, 2 года назад у меня жена умерла от рака. И я сейчас сам воспитываю 2 детей. То есть вы понимаете, как это в нас заложено, да? Вот сидит эта программа, и эта программа привлекает к нам те же самые обстоятельства. И они все время прокручиваются, прокручиваются и прокручиваются. Поэтому эти программы можно убрать. И для того, чтобы мы вышли из этого замкнутого круга. И это только один пример. На самом деле вариантов таких очень-очень много. Привет, друзья! Итак, отношения. Пожалуй, это тема, которая привлекает больше всего внимания. Потому что именно через отношения происходит как наш личностный,
так и духовный рост. Если вы хотите узнать, что такое совместимость с точки зрения души, если вы хотите понять, почему мы инкарнируем в семье, в которой мы инкарнируем, и почему привлекаем к себе определенных людей, какие задачи мы с ними решаем, если вы хотите научиться выявлять блоки и ограничения, которые могут влиять на наши отношения, и узнать, как их можно разрешать, я приглашаю вас на курс «Хроники Акаши для гармоничных отношений». Причем после этого курса вы сможете работать как с собой, так и с другими людьми. Буду очень рада вас видеть!